Обгоревшие сосны теперь будут наблюдать и отдыхающие в столичном парке имени Пушкина. Там загорелся ресторан. Пластмассовое ограждение вспыхнуло мгновенно. Огонь охватил 500 квадратных метров территории. Гасить его приехали 18 пожарных машин. Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет. Мы были дома с ребенком, стояли на подоконнике. Я смотрю, все буквально за секунду начало... Такая черная туча. Сотрудники ресторана этого вывели людей на открытый воздух. Все оперативно они сработали. У них там мангал еще был. Может, из-за того, что они сдержали технику безопасности.